Я выступаю второй раз в жизни, первый раз я выступал в «Понаехали», это было неделю назад. Мне намного легче выступать, потому что я не использую мат. Вот. А ребята, я не знаю, как они вывозят. Но здесь много кто из «Понаехали». Вот как они решаются? Не понимаю вообще. В этом смысле мне легче. У меня на самом деле шуток особо нет, у меня все случаи жизни. Я сам с Екатеринбурга, приехал в Ташкент, есть какие-то замечания интересные, какие-то особенности. Жена принесла в дом свинину. Я ей сказал, это не по-мусульмански. Жена сказала, свинья христианка. Свинья сказала, это не так, будьте крестом. Мы жили в Кыргызстане, ну, стали ссориться, у нас много разногласий. Мы решили сходить к семейному психоаналитику. Жена сходу заходит, он во всем виноват, он меня не уважает. Ну, там, психолог так томно на меня так поглядел, так. Вадим Жан, почему она у вас без хиджаба? Ну, после этого отношения улучшились, все комфортно. Вы знаете, что древнейший жанр музыки, какой есть, это колокольный звон, это древнейший жанр поп-музыки. Тут мне понадобилась связь в Ташкенте, естественно. Я решил взять, выбрал оператора какого-то более-менее современного, да? Вот сейчас он у меня в телефоне, кстати. И знаете, я тут столкнулся с таким моментом, скажу так, я не буду называть, что это за оператор, я скажу так, что сначала на меня Humans забили. А потом, когда я написал службу поддержки, да, на меня Humans положили. В Узбекистане, чтобы тебе подняли зарплату, необходимо, я в шоке был, да, вот, необходимо прийти к начальнику и рассказать, как плохо у тебя дела в семье. Потому что родила, собака родила, у меня очень плохо. Поднимите зарплату. Ой, без проблем, все, конечно, Дима, как, поднимем. У нас в России нужно сделать все то же самое, чтобы уволили. Хочу поговорить вот про вот этот вот тайный, секретный пин-код на карточке. Вот, вот тот, который никто не должен знать, да, вот он в конверте, вот, на свете просвечивает. Везде написано на всех языках, да, никому. Вот, да, это вот то, что у нас в Хавасе, вот надо вот в очереди кричать, какой у вас пин-код, да? А я в шоке был, я как бы захожу, мне продавец, какой пин-код? А как бы у нас в России накидали этот пин-код, ты жене не скажешь? Ну, а тут жена, я думаю, не знала. Какой? Все, отлично. Ну ладно, возле дома намного приличнее магазине, они у меня не спрашивают пин-код. Они его все знают. Вы знаете, вот в Ташкенте вот вы испытывали вот это вот легкое чувство счастья, когда подъезжает не старый вагон убитый, да, а новый. Сейчас будет шутка. Это не шутка была. Я сам с Екатеринбурга. У нас метро 9 станций. Да? И вот эти вагоны делаются у нас, за что у вас ездят. Так вот, я это легкое чувство счастья испытал только в Ташкенте. У нас все вагоны советские. Ни одного нового нет. А сделаны у нас. Вот если о коррупции, да? Как так получилось, да? Я думаю, что ваши, когда списывают, нам как раз туда везут. Это что, ну вот, я когда выступал впервые в жизни, это было в «Понаехали», у меня такая маленькая традиция, последняя шутка новогодняя. Если тоже будет шутка новогодняя, ну скоро Новый год, конечно. Вот. На Новый год я загадал желание. Я написал, что хочу за год, ну в России, написал, что за год хочу заработать 10 миллионов. В следующем году я буду уточнять валюту. Спасибо.